Раз у нас не получилось посмотреть, как бежит вот этот красавец, рокерский музыкант, барабанщик рок-группы Волчука СД Константин на первенстве России, потому что, ну, получил травму. Ну, что ты тут сделаешь? Ну, есть жизнь. Поэтому мы решили пройтись по знаменитым смоленским местам. Конечно же, это город воинской славы, это город-герой. Но про это все знают. Про то, что они защищали нас от поляков в 608 году, от того, что защищали от нас от Наполеона в 812, что стояли щитом здесь в 41 году, не могли фрицы пройти сквозь них несколько месяцев. Про это все знают. А вот про то, что здесь есть памятник Александру Трифоновичу Твардовскому и его герою Василию Теркину, это, я думаю, знают не все. И здесь есть еще музей, квартира Александра Твардовского. Кто такой Александр Твардовский? Это наш знаменитый русский советский писатель, поэт, военный корреспондент, который родился в 1910 году на хуторе Загорье, как раз Смоленской области, ну тогда губернии. Хутор принадлежал его отцу, кузнецу. Он был достаточно образованный, он им читал все время стихи, поэтому он знаком был хорошо с творчеством Пушкина, Гоголя уже в детстве. Когда случилась революция, то отца раскулачили и всю семью в ссылку отправили. Реабилитировали их аж в 1996 году. Но тем не менее, Твардовский до мозга кости, до кончика пальцев советский человек. И такие поэмы, как он сочинял, но это мог сочинять только человек, который верил в советскую власть, в то, что это великое создается будущее. И самая знаменитая, конечно же, его поэма, это поэма «Василий Теркин» про бойца, балагура, весельчака, который воевал и развлекал своих сотоварищей, своих сослуживцев, бойцов, друзей. На привалах рассказывал про свою жизнь, о том, как он видит мир, как он понимает войну, награды и так далее. Как он воспринимает смерть, смелость, трусость. Потрясающая поэма. Идея была у Твардовского какая? Он не задумывал поэму. Он взял, сначала написал небольшое стихотворение. Простым, доступным языком. Таким пушкинским, простым. Он написал небольшое стихотворение про вот этого Василия Теркина, который там что-то рассказывал своим друзьям. И напечатали это в «Красноармейской правде». Это была газета Юго-Западного фронта. А он там работал корреспондентом военным, он был офицер. И там напечатали. И это начало понравилось. Тогда он продолжение начал печатать, следующий номер газеты. И потом еще раз. И поэтому поэма состоит из 30 эпизодов пролога и эпилога. И печаталась она с 42 по 45 год. И она настолько полюбилась и бойцам, и вообще не только бойцам, и работникам тыла, всем подряд, что Теркин стал народным героем, реальным по сути дела. Хотя это был литературный персонаж, вымышленный. Поэма до сих пор, кто ее читал, она потрясающая. Она написана таким простым народным языком, очень доступным. За эту великую поэму в 44 году ему присвоили орден Великой Отечественной войны второй степени, в 45-м первой степени. А в 46-м году его наградили сталинской премией. У него есть и другие поэмы, и довоенные, и послевоенные. Хорошие поэмы. Но это сердцевина его творчества. Высшее достижение, о котором, я думаю, помнят сейчас и будут помнить еще очень долго. А может быть, и всегда будут помнить. Это в вечность ушла поэма. В школе, вы же знаете, что дети же не любят ничего учить, заучивать там что-то. Теркина мы учили с удовольствием, потому что это было легко, запоминалось. И поэтому я вам сейчас зачитаю несколько тех эпизодов, которые я помню до сих пор. Жить без пищи можно сутки, можно на больше, но порой на войне одной минутки. Не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Конечно, он здесь ударение поставил не там, где надо, но тем не менее я полностью с ним согласен. Без шутки и прибаутки жизнь скучна, однообразна и невыносима. Поэтому я всегда использую в своем творчестве и в своем общении и с вами, мои уважаемые подписчики и любители рок-музыки, и со своими родными, близкими, с друзьями, я всегда на позитиве. Поэтому с Теркиным и с Твардовским согласен здесь полностью. А вот такой, насколько классно он сказал,
Там один эпизод называется «Переправа». Вы же представляете, что такое на войне переправа? Когда с той стороны укрепрайон, пушки, пулеметы, а тебе надо переправиться и закрепиться там. Поэтому он сказал так: «Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа». Как глубоко и точно сказано, несмотря на простой русский народный язык. Ну и, конечно, на привале Теркин рассуждает о наградах. Ну, типа, он там какой-то подвиг совершил, я же не помню какой. Они говорят, тебе орден надо дать за такое. Он говорит: нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль, и то не к спеху. Вот закончить бы войну, вот тогда бы в отпуск я приехал на родную сторону. И там, конечно, вот эта медаль ему бы очень пригодилась. Вот такие вот простые стихи, но они, в них мудрость народная, смелость наша русская. Памятник поставили в 1995 году. Сделал его тоже смоленский скульптор. Фамилия его Сергеев, а звали, по-моему, Александр Георгиевич. Потрясающий памятник, ну классно сделано, ну согласитесь, прям жизненно. Из самой поэмы, во. А вы скажете, а при чем тут Теркин, война и рок-музыка? А я вам расскажу, что настоящий хороший рок-музыкант, в нем должна быть струна гражданская, патриотическая. Если ее нет, харизмы нет, у тебя нет энергии, это однозначно. Потому что когда ты гражданин своей страны и патриот, за тобой стоит народ твой. Тебе всегда хочется что-то сказать людям, правильное сказать. Не мат-перемат, не гниль вот эту пошлятину, а сказать нормальные слова. И вот это пример, как доступным русским языком общаться с людьми, а не кричать там, что попало, акын тупой гнать и кричать: мы рокеры, кин нахрен рокеры. Учитесь, хэви-метал, попс, репа, шансонщики, говорить нормальным доступным языком и проявлять вот эту гражданскую позицию. Если ее нет, там нет струны, нет напряга. А что попало петь, там я-то на районе, там зацепили меня, там наркотой, там все дела. Кому это нужно? Вот это и есть привязка к року. Вот это настоящие рокеры. Жили бы они сейчас или там 70-80, я уверен, были бы рокеры. Как я вот, знаете, слушаю там Рахманинова с музыку и говорю, жил бы он сейчас, вот в 70-80, это был бы рокер. Там музыка прям, ну, рокерская, ну, класс. Поэтому вот так вот, по поводу патриотизма. А многие думают, а что там патриотизм? Ребята, не будет ничего, если ты не выражаешь чаяние своего народа. Погнали в музей! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук.